Республиканский отряд специального назначения «Зубр МЧС» по поручению главы государства оперативно направляется в Турцию для оказания помощи. И сегодня на аэродроме в Мачулищах белорусские военнослужащие совместно с представителями МЧС совершили погрузку специальной техники для проведения поисково-спасательных работ военно-транспортный самолет Ил-76. На данный момент загружены два специальных автомобиля и груз общей сложностью 25 тонн. Самолетом будет преодолено 4100 километров, и время в полете займет около 6 часов. Белорусские военнослужащие совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций оказывали помощь не только Турецкой Республике, но также в 2020 году, в феврале, когда началась пандемия COVID-19 в Китае, этим же экипажем, этим же самолетом с этого же аэродрома доставлялся гуманитарный груз в Республику Китай. И также потом Китай, когда оказывал помощь нам, этим же самолетом доставлялся груз из Китая обратно. И для белорусских военнослужащих, для экипажей, подготовленных к нашей базе, никаких сложностей не представляет. Мы можем доставить груз в любую точку мира в установленные сроки, заданные, выполним практически любую задачу. Также вместе с оборудованием в Турцию будет направлен передовой отряд МЧС, состоящий из 64 человек. В одну сторону воздушное судно преодолеет 4100 километров, находясь в небе 6 часов.